Вопрос. Какой будет стиль, что в вас именно есть такого, что будет той уникальной особенностью, которая вам позволит успешно управлять? Является основой для нашего развития? Сильные или слабые стороны? Сильные. Наши сильные стороны – самое большое пространство для нашего развития. Другое дело – это действительно так. Почему? Потому что сильные стороны проявляются сразу, быстро, их видно. Это действительно то, что в каждой в каждом из вас это будет видно проявляться, это будет то, что работает на вас. Это самое большое пространство для развития. Вы знаете, что развивать. Мы вам сейчас сделали попытку дать положительную обратную связь, но вы неправильно все сделали. То есть она для вас, как вы себя чувствовали? Глуповато. Глуповато? А почему глуповато? Ну, потому что много эмоций, непонятно, в связи с чем они появились. Совершенно верно. Спасибо большое. Это именно то, что на самом деле слишком много эмоций, непонятно еще, правильно делаю, неправильно. И как только Екатерина сказали, вы двигаетесь в правильном направлении, а вот это уже совсем другое, вот это уже конструктивная обратная связь. I find the training very useful, and foremost I came here to get knowledge and some a toolkit to evaluate my current relationship with our employees. I'm a manager of a company, and to find the way to cooperate with them in the future. And I want to secure the health of our company, which I think are happy employees. So today I got really useful tips how to give feedback, so this will be heard, accepted, and used as motivation, and how to delegate different tasks. Я узнала несколько новых инструментов, которые можно применить на практике, а именно смарт-цели, грамотное делегирование. Я думаю, это будет очень полезно в моей деятельности в дальнейшем. И, в общем-то, по данному тренингу у меня абсолютно позитивный фидбэк, потому что много наглядных примеров, много коучинга, и в целом я очень довольна. Спасибо.